Друзья мои, приглашаю вас в фотобудку, в которой можно сделать фотографию в поддержку Стаса Макеева, у которого травма. Сделаем альбом, большой такой альбом из ваших фотографий, подарим Стасу, чтобы он скорее поправлялся и возвращался в команду. Только Лока, только победа! Аксель! В чем твой секрет? Просто тренироваться стабильно. В принципе, в этом есть секрет, что нужно делать одно действие очень долго и постоянно. Могу сказать, что «Локомотив» довольно неплохо выглядит. Забили быстрый гол, но потом стандартное положение угловой, да, привел к голу, да, который, ну, не исходил, да, из первого тайма, да, можно так сказать. Очень приятно, да, приходим, вспоминаем, общаемся, да. В памяти, конечно, я вот недавно, ну буквально, игра с Лацио, «Локомотив». Утром включаю матч-премьер, и идет наша домашняя игра, еще старый «Локомотив», пришли там почти 30 тысяч болельщиков. Конечно, не такое поле, как сейчас здесь, идеальное. Мы играли там, ну, можно сказать, на черноземе. И смотрим, сейчас тоже с Женькой Харлачом тут тоже в ложе. Находится, общаемся, я говорю: «Жень, да мы в таком порядке были, оказывается, елки-палки». Я говорю: «Ты видел, что мы творили?» Давай, 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 давай! Со Штутгартом игра, то есть тоже полуфинал, тоже сидели сегодня, вспоминали. Если проходим, да, мы в финале, да, и получается, Штутгарт становится чемпионом и Лацио. То есть мы играли против чемпионов, да, и играли на равных, и... хотели показать себя, проявить.